Здравствуйте, друзья. Доброе утро. Я к вам за вопросами для нашей встречи с иммиграционным адвокатом Светланой Каф. Мы договорились собраться в четверг, 22 сентября. То есть у нас есть, так, ну, две недельки там с небольшим до этой встречи. И у нас есть темы заданные, поэтому я хотел спросить, нет ли у вас вопросов, друзья, по этим заданным темам. Значит, тема номер один у нас будет грин-карт лотерея, да? Это естественно, поскольку через неделю после нашей встречи, там, через 10 дней начинается прием заявок. Значит, итак, тема номер один, грин-карт лотерея. Тема номер два. Светлана расскажет подробненько, как человек может квалифицироваться и что для этого надо делать под получение грин-карты по классификации extraordinary abilities, то есть люди с какими-то такими экстраординарными способностями. То есть, если сейчас, например, вот вы, у вас ничего такого нет, знаете, как с политическим убежищем, люди говорят, а я не знаю, а я могу, а я не могу, а я вроде ничего, вот, и дальше начинают потихонечку вникать и говорят, ага, оказывается, раз, два, три, четыре, пять. Вот точно так же с extraordinary abilities очень многие люди могли бы как бы вполне в это дело подойти, они там за, скажем, полгода, за три месяца, за полгода, за год могут собрать необходимое количество материалов для того, чтобы вполне, так сказать, пройти по этой классификации. Поэтому об этом мы поговорим. И я попросил Светлану рассказать подробненько про визу H2, да, H2B, потому что у нас тут были всякие, как сказать, у нас были вопросы от ребят по поводу каких-то сомнительных там агентств, которые за 10 тысяч там говорят, мы тебе сделаем грин-карту, у нас там есть свои имплойеры там в Соединенных Штатах, которые тебе, вот сейчас они тебе сделают грин-карту, мы тебе сделаем грин-карту, вот буквально 10 тысяч, там и все, и грин-карта. И вот мы на эту тему поговорим, чтобы не было такого, не было иллюзий по поводу H2B. То есть мы не то, что вот мы будем что-то такое развенчивать, а мы просто расскажем, что это. Вот Светлана расскажет. Так что, если у вас есть какие-то истории, есть какие-то вопросы, значит, давайте. И мы, поскольку политическое убежище до сих пор, как бы, на сегодняшний день является одним из наиболее массовых каналов, по которым люди, значит, легализуются в Соединенных Штатах, вот мы на эту тему тоже поговорим. Поэтому вот все эти темы, это то, где мы хотели бы видеть те направления, в которых мы хотели бы видеть ваши вопросы. Вы, конечно, можете задавать и другие вопросы, но как бы шансы, что вот мы в этот раз их будем разбирать, они как бы минимальные, поскольку я ожидаю, что будет много вопросов по заданной теме, по нескольким заданным темам. Кроме того, мы не будем делать стрим, мы просто сядем спокойненько и запишем, потому что, во-первых, стримы довольно длительные, во-вторых, там задается очень много вопросов, таких, как бы, которые всегда задаются, и стоящего мало. Понимаете, того, чего не обсуждалось уже 25 раз, почти не встретишь там. Поэтому как бы получается, что информационная ценность стрима небольшая, при том, что времени занимает много. Так, я надеюсь, что вы со мной согласитесь. Хотя, безусловно, возможно задать вопрос, она дорогого стоит, и мы от стримов не отказываемся. Но вот ближайшую нашу встречу мы стрим делать не будем. Вот такая у меня для вас информация. Задавайте вопросы в комментариях под этим видео. Счастливо!